друзья, привет, YouTube. Второй день нашего пребывания на Занзибаре. Погода чудесная вообще, блядь. Мы в 6 утра встали, сходили к океану, вода прибыла, даже лесенка была в воде. Слава искупался, я что-то не рискнула. А потом пошли, заняли места у бассейна. Там, видимо, очень рано занимают. Мне захотелось полежать у ракушки. Заняли место в ракушке. Час позагорали, и буквально через час уже все, лежать на солнышке. Вот просто жарко. Было не, да, невозможно. Сейчас мы двигаемся на завтрак. Территория. Mm-hmm. Территорию я вам потом сниму. С утра вот покажу прям весь отель. Тигр или кто? Тигр или железяк? Гепард. Угу. Номера красивые. Вчера мы вечером здесь ходили. Было все в огнях, красиво. Это территория уже другого отеля. Ну туда проходить можно, ходить можно прям по набережной здесь. Или по берегу, или так между отелями. Вот это все наша территория. Сейчас идем на завтрак сюда. И потом поход. Сходили мы на ресепшн, взяли купончик. Написали нам там номер. И вперед. Все, здесь отдаем. Everyday morning. Оказывается, надо было опа перевернуть. Тогда подают тебе он с колбаской, с фреш, с креветками. Есть. Ну ладно. 7 дней здесь нам болтыхаться. За 7 дней каждый попробуем. Каждый раз возьмем разный завтрак. Зато смотрите, какая прелесть. Волны плещутся, водичка отходит. Да? В общем, голодными точно не уйдете. Как-то так. Всем приятного аппетита. Итак, друзья, позавтракав. Ну, в принципе, нормально, завтрак. Посмотрите на улице, наверху. Тучки налетели. Но на улице все равно так же тепло. И ветерка нет, море вообще тихое, спокойно. Вода, посмотрите, как ушла, мы ее снимали. Мы не могли пройти, мы ждали, пока отлив будет. Да. Тут приставалы ходят. Сейчас решили прогуляться, а вечером вообще прямо в камне обтебилась, вода была. Угу. Ага, народ тоже вышел погулять. Ну, а тут вороны, да? Ну, они тут вороны? Вообще бешеные какие-то. А вон они стаи, вон смотри, что они. Вон они жрут. Рыба. Рыба соленая, кушают. Девчонками договаривается. Масай обслуживает здесь девчонок. Да. Ходят, носят за ними сумочки, расстилают коврики. Ты при этом их кормишь, поешь. Да. Оп! Вот она. Так идешь, звезда. По берегу всякие кафешки, сувенирчики продают. Стенд. Мы с вами вот здесь. Нугви и отель у нас вот тут стоит. Ноябрь месяц, ветра нет. С утра было ясно. Солнышко светило, мы даже позагорать успели. Где? Маленький? Ничего себе маленький. Живой что ли? Не знаю. Эй. Живой, живой? Конечно. Не наступило на него. Воды, видать, хочет. Воды хочет. Идешь, идешь вот так босиком, а тут у тебя он трав. Ругаться, смотри. Ругается? Давай его закинь его. Ой! Ой! Не надо, еще сейчас укусит. О, смотри, ты что. Ругается, он, видишь, психует, ему воды надо. Ну как вот воды такие? Ну вода ушла. Ножкой так шик, пни. Видите? Вообще, сказка. Мука белая. Угу. Там притоптанная, а здесь вот весь крахмал. Прям. Нет, он, кстати, не такой, как у Индии, хрустел. Да-да. А этот какой-то не хрустит, но такой. Ой, план идут. Он строится, отель строится, видишь? Все строят. Наверное. Крышу они как соломенную кладут нормально. Он подают им, все, готова крыша.
Масаи покоя не дают. Смотрите, тучка рассосалась, как не бывало. Прошло буквально полчаса. Ой, здесь вот такие красивые домики там. Ага, ну это отель какой-то, видимо, тоже. Мы же там, когда ехали, много было отелей-то. И к тебе приставало, уже бегут. Проходу не дают. Если девушка одна, то все, сразу задница. Их куча налетает, как крабы на берегу. Да? О, кажется, солнышко выходит. Да, сейчас сгорим. Ну, дойдем до этой скалы, до пика. Повернем обратно. И вот так люди гуляют непринужденно по белому-белому песочку. Ой, а глаза как режут. Отель «Пятерка». Royal Zanzibar Beach. На берегу продают всякие такие поделки. А вот и ясное солнышко. На всем побережье отели. И вот это вот самое больше, когда сколько уходит вода, самое много. То есть вообще нормально. Правильно говорят, что здесь самый минимальный отлив. Считай. Это вот мы вот по этой деревне ехали. Thank you.
так-то, в принципе, есть свободные лежаки, да? Но ракушечки точно забивает с утра тоже. Все, кто ракушки заняты, они все с утра вместе с нами были застелены полотенцами. Вот. Тишина, релакс. Никто никого не беспокоит. Небо, посмотрите, какое. То солнышко выглядит, то тучка набежит. Дождей нет. Ноябрь месяц. Все хорошо. Ветра нет. Вчера ветер был маленький. Сегодня меньше. Прям тишина такая хорошая.